Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Thank you.
Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка. Пропой. В городе не жители на высоках. На Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита войск СС, сверхлюди. А против них старшина Восков и 5 девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой местного значения, но на кону стратегически важная транспортная артерия, соединяющая значимые центры страны. Смогут ли старшина и его хрупкие новобранцы предотвратить нацистскую диверсию и какой ценой? Я комендатор разъезда, я старшим был в семье, и старшим здесь пришлось. Я жить стараюсь по уставу, но не выходит иногда. Мой взвод, сопливые девчонки, им 20 лет, я 2,2. Давай, старшина! Первое и второе отделение третьего взвода, пятая рота, отдельная зенитка пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта, докладывает попком взвода сержант Кирьянова. Так, нашли, значит, не пьющих. Из расположения моего слова ни ногой. Даже за ягодами? Ягод еще нет. А щебень можно собирать? А то без прибавка трудно, товарищ старшина. Отпущаем. Не дальше речи. Аккуратно с твоими прорвами. Thank you.
правы. Они вы за спиной привыш себя стариком величают. Так что глядите на них соответственно. Всем подругам покажи.
Понятно.
три, пять, восемь, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать, товарищи сержант! Вижу, это даже лучше, что 16. Бричкина, дорогу назад хорошо помнишь? Ага, товарищ старшина. Погоди, Елизавета, не гоношись, главное дело болото. Бородок узкий, лево-право, трясина. Ориентир береза, от березы прямо на две сосны, что на острове. Ага. Погоди, доложишь Кирьяновой обстановку, мы тут фрицев маленько покружим. Мы долго не проедемся, сама понимаешь. Значит, не сейчас идти? Дуй, Елизавета Батькова. Плохо, девчата, дело. Стало бы 16. 16 автоматов, это сила. Блок такой не остановит. Не остановишь. И не остановить тоже нельзя. А будут они здесь через 3 часа. На помощь может ночью рассчитывать, не раньше. А до ночи, если в бой вяжемся, нам не продержаться ни на какой позиции, потому как у них 16 автоматов. Продержимся, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит. Прибежит, она быстрая. Я летела через лес, как на крыльях. Думала о восходе, забыла о снегах. Возвращаться уже не было времени. И я шагнула в дряблую жижу болота, спиняя от ледяной воды. Еще час, полтора, и добегу до своих. А когда старшина вернется на разъезд, они споют. Огромный бурый пузырь бука вспучился передо мной. Это было так неожиданно, что я резко сделала шаг в сторону. Шаг в сторону. Всего шаг в сторону. И ноги сразу потеряли опору. И меня медленно потащило вниз. Торп вставлено мягкими тисками. Я, извиваясь, задыхалась в жидком месиве. А тропа? Тропа была где-то рядом. Шаг, полшага. Но эти полшага невозможно вынести. Мать честная, курить, да тоски хочется, да осянина кисец забыл. Фу ты, женский пол беспамятный, лежу тебя раскрасить. Я знаю, где он лежит. Я понесу. Боец Горович. Я быстро. Боец. Холодно. Лоб давай. Ах ты, мать честная.
жару тебя чувствуешь, вот ты на болотце там. Как примешь или разбавить? А что это? Микстура. Ну, спирт. Ну, без разговоров приказываю принять. У меня мама, медицинский работник. Нету здесь мамы, нету. Мамы будут у тех, кто войну переживет, ясно говорю? Немец. Вкус, замри. Боится она очень, по-страшному боится, изнутри. Перед глазами Гали было мертвое лицо сына. Она физически, до дурноты, чувствовала тяжелый запах крови. И это рождал мне тупой, чугунный ужас. Выглажусь и заломив руки за голову, она метнулась через поляны, перелет и сад, уже ничего не соображает. Последний крик затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь ног носками солдатских сапог. Две девчонки у меня осталось. Две? Русские девчонки. Нельзя с собой рисковать. Никак нельзя. Бывает горе, что широкосматая медведица навалится, рвет, растерзает. Света не увидишь. Говорит, пустячок, оплошность. Что за собой такое тянет? Не дай бог некому. Не дай бог этого никому. Женька! Она всегда верила в себя. Верила в себя и сейчас, водя фрицев от раненой Риты Осяниной, ни на мгновение не сомневаюсь, что все закончится благополучно. И даже когда первая пуля ударила ей в бок, она просто удивилась, ведь так глупо, несуразно, неправдоподобно умирать в 19 лет. Немцы ранили ее слепую, и она бы могла бы затаиться, переждать. Но она стреляла, пока были патроны, стреляла лежа, уже не пытаясь убегать. И вместе с кровью уходили из силы. Полыхнули взрывы, и небо обрушилось. Солнце не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие. Забрала нас, мальчики, война. А закаты алые, алые. Немцы любили его гор. А потом долго смотрели на ее после смерти гордое, красивое лицо. Thank you.
война росла гигантский пассиан из человеческих жизней, переплетая судьбы людей причудливо и непонятно. Больше всего старшина боялся, что война творит до растерянности, учует, нутром своим женским учует. Мысль в голове, как мальки на мелководье, сердце болело, стребело, да нельзя, пока война. Она понятна, а что ответить, когда спросят? Что же вы, мужики, наших мам от пуль защитить не смогли? Как же это получилось? За что я вас в пятерых положил? За 10 фрицев? За железную дорогу? Не надо, Федот, родину вы защищали, и мечту свою. Соня о большой дружной семье мечтала. Лиза, мечту найти спутника своей жизни. Галка, мечту найти свою маму. Женька, искреннюю большую любовь. А я о счастливом будущем своего сына. Да не правильно они сделали. Да не победили они нас, Рита, понимаешь? Не победили. Я еще есть, меня еще победить надо. Ничего, мы дома, свой лес родной поможет. Ты отдохни, поплачь за наших девочек, поплачь, а я за подмогой. Рита знала, что рана ее смертельна, что умирать она будет долго и трудно, и ненавидеть тихо и беспощадно. Жила, затянутая ремнем, на самую последнюю дырочку, а сын оставался сиротой. По серым провальным щекам ее медленно текли слезы. Вскоре Восток почувствовал, чем расслышал этот слабый выстрел. Лес трещал под немецкими сапогами, звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями. Безошибочный охотничный инстинкт вел его прямо на зверя, на зверя. В руке зажат наган с последним патроном. В кармане бесполезная граната без взрывателя, кусок железа. Сознание уходило и чудилось в этом берестом марве. Подруги, невесты, жены, матери, пятеро, все пятеро. Старшина рванул в кособоченную дверь и с криком влетел в избу. Хэндохоп! Лягать! И ругался черными словами, самыми черными, которые знал. Что, взяли? Да, взяли 5 девочек. 5 девочек! Они прошли, никуда бы не прошли. Лично каждого убью. 5 девочек! 5 девочек! Они бы детишек нарожали, те внуков, правнуков. А не будет теперь этой тоненькой ниточек, бесконечной пряжи человеческих жизней. Да что же вы со смертью женили? Чего ради? Назарет, ты ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Чужой, когда ранен, и не знал себя.
просторы здесь дикие, дикие, преданы туманом покрыты.